А вы знали, что настоящее имя Леонида Утесова – Лазарь Иосифович Вайсбейн? Я не знал. Как и того факта, что еще будучи молодым человеком, Утесов ехал в переполненном трамвае и услышал плач девушки, у которой украли кошелек. Он у нее спросил, а сколько у вас там было денег? Та ответила, мол, 20 копеек. Леонид достал 20 копеек, отдал девушке и попросил, чтобы она не плакала. Та успокоилась, но уже выходя из трамвая, спросила Леонида, а может быть вы мне и кошелек вернете?